Новые инструменты, просторные классы, большой концертный зал. Детская музыкальная школа номер 3 меняет прописку. А педагоги и ученики готовятся к новоселью. Где и когда зазвучит музыка, знает Ольга Сухоплюева. Ни гардероба, ни просторного холла, ни зала для концертов. В помещении, где некогда располагалась прачечная, музыку преподают более полувека. Произведения великих классиков мальчишки и девчонки разучивают в тесных классах и даже в библиотеке. Педагоги говорят, юным дарованиям нужны более комфортные условия, да и музыка требует простора. Людмила Бычкова учит детей игре на аккордеоне более 30 лет и мечтает, что когда-нибудь коллектив все же переедет в новое здание. Площадь, конечно, очень маленькая, как вы видите, даже для двух человек, не говоря о том, что если, например, заниматься классом ансамбля, то там наличие идет от двух и более человек. Естественно, здесь мы размещаться практически не можем. Мы мечтаем о новой школе. И уже много лет мечтаем. Правда, мечта наша несколько затянулась, но думается, что все-таки она осуществится. Ждать осталось недолго. Чиновники обещают чудо к Новому году. Работы уже кипят. Ремонтируют здание бывшего детского сада по улице Калинина. Последние 10 лет помещение стояло законсервированным. И вот теперь в его стенах вновь будут раздаваться детские голоса и звучать музыка. Ремонт ведется в два этапа. Первый этап в соответствии с заключенным контрактом должен быть реализован 27 декабря. Это будет выполнены работы внутренней отделки, оборудование помещения, учебные классы, служебные помещения, проведен ремонт кровли. Все коммуникации также будут отремонтированы, заменены. Надежды до сих пор остаются. Понимаете, сомнения до сих пор. Конечно, сомнения в плане сроков. Успеет ли? И сомнения в плане качества. Подрядчики уверяют, все работы они выполнят в срок. На втором этапе отремонтируют фасад и приведут в порядок территорию. Исторический облик обещают сохранить. Предусмотрено проектом у нас утепление фасада 150 мм утеплителем и декоративная церезитовая штукатурка. Цоколь будет облицован керамогранитом. Балюстрада будет полностью восстановлена, историческая колонна. Вот. И выполнено благоустройство территории. Заменят асфальт, переделают вход, увеличат парковку. Эти работы должны быть готовы к лету следующего года. Также закупят мебель и новые музыкальные инструменты. Теперь учиться на них смогут и дети в возрасте от 3 лет. Ольга Сухоплюева, Егор Суханов, информационная служба медиагруппы «Знак».